Смотрите, я нашел фотографию Александра Валерьевича Супрунова. Он так и не прислал мне. Он, ну как так вот? Я на каждом этом светюсь. Вот у каждого дерева. Ну, я раскручиваюсь. Это мой главный помощник, тот, который должен, обязан за меня заменить, когда я это, не смогу вести вебинары. Это потом будет Савинич, Железов и это, Матвеев. Но на данном этапе, вот. И думаю, а что же это такой, Антон Валерьевич? Что вы видите перед собой? Вот, как говорил Пателин Печкин, гражданин среднего, как он там, наружности, гражданской наружности, вот, толковый, грамотный, работящий. Вот. Не было бы его, не было бы мы сейчас нас с вами. А это он у меня в питомнике. Я ему говорю, я же помню это. Ну, пройди, сколько из них живых, сколько мертвых. Не помню, нашли мы, по-моему, один нашли, это, не прервешься прививку. Вот так, так вот, я им написал. И слава Богу, есть друзья, а у друзей есть шпаги. А его шпага – это знание компьютера, это видеофильмы, вот, и так далее. И дай Бог, чтобы ему не это самое, чтобы ему удалось вырастить такой же сад и двигать дальше. Вот. Ну, а теперь немножко юмора. Значит, смотрите. Помните, Елена Александровна, привет. Помните, мы мерили вас, вами мерили деревья. Сколько там было Бродского трех с полнолетней абрикоса? Три в Савиниче, да? Вот, вот это, это молодая колоритная яблоня Баргузин. Полтора Савинича. Вы сказали, не будете обижаться, да? А вот это все в Соньках. Немножко юмора. Вот в Соньках получилось, ну я думаю, так 4 Соньки, не меньше. Так что в Соньках колонны у меня гораздо длиннее. А вот эта Соня опять же, с этот самый, 3,5 года абрикосу и семечка из косточки Бродского. Вот. Вот она Соня, сколько в Сонях, опять получается длиннее. Ладно, еще не все. Тимошка, 5-летняя яблоня, ну может 6. Может, 6. Вот. В Тимошках она тоже длиннее, чем это, в Савиничах или... Ладно. А это венгерка, молодое, 4-летнее дерево. Ну, сколько? 3 Тимошки будет? Будет. Ладно, смотрим дальше. О, дядя Валера, как меня называют. Кто Константинович, то дядя Валера. Это дядя Валера привел у земли, и через 4 месяца, может, 5, я показываю однолетнюю венгерку, полтора Железова. Видите, как теперь удобно мерить. А вот это довольно фотография, это колоновидная яблоня, да. Вот. Она еще длиннее после этого стала. Но на данный момент она была 3 Железова. Ну, в Тимошках я был бы, она была бы длиннее, конечно. А в Соньках вообще рекордная. Так, смотрим еще. А здесь у нас переход уже на вес. Значит, Елена Александровна смотрит на 4. Последняя в этом году висела Golden Железова. Говорю, не стесняюсь, не нравится, приезжайте это ко мне, господа ученые. Пусть будет вас наименовать. Но после этого, только, когда убедитесь, что оно оригинальное, вот, может быть, уже проще будет это самое. Помните, как Брежнев это самое, анекдот про него? Не называйте меня Леонид Ильич, называйте просто Ильич. Так и тут. Так вот, Елена Санна, наш спор, присоединяйтесь, не закончен с Чернобаем. Вот его самое крупное яблоко. Опор кроваво-красный, 530 грамм. Значит, мой этот самый... Голден потянул ровно на 500 грамм, отстал от него. Вот. Теперь, зато я его опередил по грушам. Вот, вот так и... Да мы даже не спорили, это так я сейчас прикалываюсь просто. Я для чего говорю, кто-то должен продолжать. Наши возможности исчерпаны, нам земли не дают. Вот это вот, чтобы полная картина была, Ян Сана, вам говорю, Матвею говорю. Вот, потому что горько страшно. Видите вот эту девятиэтажку? Вот. Это, так сказать, место привязки.
Привязка, это как бы шатыш говорил. Вот это вот, это абрикос, академик в саду Чернобаева был. Вот это он успел сделать фотографию, вот такие плоды, они были не самые крупные, у меня были крупнее намного. Вот, но это был у него то, что я называл кулево. У него уже, видите, округлились они. Вот, я специально показываю. Вот, и ничего, не болтун, все, что я говорю, это все основано только на фактах, только на фотографиях. Вот он, видите? Вот это был такой. И скажите мне на милость, похож он или не похож на этот? Давайте смотреть. Куда ты делся? Куда ты делся? А, вот. Я его назвал Курдюма. Вот Курдюма два дня гостил у Чернобаева. Пока мы привыкали к тому названию, это как промежуточный вариант, еще один склон, он его спилил. Места мало. Вот. Урожаи сильно большие были, газон портился, лежат, гниют, ковров никому не надо. Это Чернобаева, они художники, у них они по-другому устроены. Вот. Я ему сказал, еще одно дерево спилишь, которое из моих клонов, это же мой клон. Вот. Значит, с ружьем приду. Вот. А о науке говорю. Спешите, приезжайте, табличку вешайте, чтобы даже хозяин не имел права подойти к дереву с топором, даже с секатором. Вот. Это та же горькая правда. Я еще раз покажу этот снимок, во что превратился участок. Вот. Посадите теперь здесь абрикос, которое место не нашлось вот тут. Вот. А вот это вот клон железова. Он уже вот такой стал. Это предельная крупность. Вот. А дальше, можно ли его еще увеличить? Я думаю, еще грамм на 10. Я так чувствую просто это. А дальше у меня есть несколько вариантов с Украины. Вон этот самый. Боднера же это. Получилось, получилось. Мы измельчали, его нет. А это зависит от подвоев, от природы, от климата, от почвы. Вот. Ну что, Елена Александровна, будем продолжать. Смотрите, это тоже академик, я специально подчеркнул. Вот это еще раз академик. Я Сергею вчера показывал, и позавчера. Там у меня на этом самом... Почему он сохранил носы? То есть у меня на манжурце привит был... Почему был? Он сейчас. Вот. Потому что фотография это прежняя. Несколько лет назад я делал. Привил амур. Привил и привил. А на Амур привел академик. И тот насад, и тот насад. Только здесь удалось сохранить носы. А вот это дерево на этом последнем прикупленном за 1 000 000 рублей участке, вот, представляете сколько, а во что обходится? Ау, наука, помогай. Вот. Вот это вот, тоже академик. А пока я не могу ничего сказать. Я просто любопытный, любопытный. Я сказал, Соня, мне нужна твоя мордочка. Почему? Если твоей мордочки не будет, извини, личка твоего симпатичного, она у нас танцовщица из лучших. Вот, дорого, правда, обходится танцы, но ничего. И вот, значит, получается, что если бы личка тут не было, тогда бы кто бы, я что доказал бы. А я говорю, Соня, посмотри, я тебя сфотографирую. Глядишь, поверят, не поверят, но получился академик плоский. Вот будем удобно собирать в ящики, больше влезет. Ну так полушутя. Вот это его разговор был моей Сони. Вот варианты академика, поняли, да? Вот. Вот вариант Курдюмова. Но раньше уже в моем саду. Вот. Теперь еще вариант академика. И наконец, смотрим сюда. 113 грамм. В этом году он побил мой рекорд 110 грамм. Нет, были крупнее, но не зафиксировано. А словам никто не обязан верить. Теперь, чтобы знали, как выглядят косточки, чтобы вас не надули. У меня есть еще немного косточек, их нет и не было в этом самом, как он называется, каталоге, потому что это только для избранных. Вот. А избранный кто такой? Скажет, я вас сделал уже заказ. Или скажет, я досмотрел до конца. А вот это вот Фаина. Обратите внимание, самые круглые косточки у Фаины. Пришлют даже вот такие, уже не Фаина. Вот. Они немного меньше, но слаще намного. Вот. Теперь, Елена...